в несколько слоев. И вот такими вот коробками наступали, как вы видите, вот сейчас на левом фланге русские полки пошли в атаку. Перед французами или перед неприятелем они останавливались, сделали залп, потом другой. В общем, выпускали все свои пули и шли в атаку в штыковую. Если в штыковую не шли, то задние ряды перезаряжались, пока передние вели огонь. Война была такая размеренная.